Всем привет, так сказать. И у Моргенштерна и Янг Трапы вышел новый тречок, о котором Моргенштерн упомянул в своем инстаграме, и больше нигде. Это Family. Короче, подписываемся, включаем уведомления, колокольчики, да что хотите, делайте. Так, я надеюсь, что в этот раз уже более серьезный тречок будет, потому что если он будет несерьезный и такой вот, знаете, как в тот раз, то я буду очевидно, ну, обеспокоен этим, потому что я буду думать, что Моргенштерн еще больше забил на свои песни, и чего-то серьезного от него ждать, в принципе, в дальнейшем нет смысла, окей. Я, кстати говоря, вот сразу в начале не понял, бич на мне сейчас нали? Бэш? Или что? Я не понял. One second, please, guys. Извините, если не открыл изначально текст, ребят, вы правда простите меня. Сейчас будем плюс-минус разбираться, чё к чему. Окей? Окей. Так. Бич на мне сейчас нули. Вешаю еще на шею нули. Прекрасно. Я спустил на бич налик, я спустил на бич на туфли. А, бич на туфли, окей. Эй, бич со мной весь фэмили. Bad, bad bitches, бода... Господи, одни бичи. Ладно. Ребят, я просто... Ну, Моргенштерн, ну можно не про... Ну, почему постоянно бич? Давай что-нибудь новое, пожалуйста, в припеве. Bad Bad Bitches под Мали. Bad Bad Bitch хочет мой лик. Bad Bad Bitch на бич на бич. На бич на мне сейчас нули. Вешаю еще на... Ох, твою ж дивизию, я понял. Bad Bad Bitch на бич на бич на бич на бич. Ох, ах, ах. Господи. Короче, я понял, что это что-то очень серьезное, ребята, да. Это очень серьезная песня будет. Ну ладно, хорошо, послушаем. Так, хорошо, погоди, это все еще припев идет. Я просто не знаю, как люди будут подпевать под него. Это реально будет забавно. Бич на мне сейчас нули, вешаю еще на шею нули. Я спустил на бич налик, я спустил бич на туфли. Эй, бич со мной весь... Хорошо, с тобой весь фэмили. Bad Bad Bitch из-под Мали, бла-бла-бла, вешаю... А, это то же самое. Bad Bad Bitch из-под Мали. Bad Bad Bitch хочет мой лик. Bad Bad Bitch хочет нули. И сейчас пойдет Янг Трапа. Хорошо, Янг Трапа, пожалуйста, что-нибудь удивительное, пожалуйста. Я от тебя ожидаю что-то невероятного. Господи, какой же долгий припев у Моргенштерна. Честно. Это очень долгий припев, ребят. Хотелось бы поскорее, чтобы это все это. Окей, хорошо, окей, погнали. Моргенштерн. Янг Трапа, ты забыл букву N в конце добавить, кстати. Да. Ну, чтобы вы понимали, это типа официальный канал Янг Трапы, ну, бывает. Я люблю свою страну, Рашка. Я люблю свою прошивку. Понятно. Я люблю свою страну, я люблю свою прошивку. Вот, кстати, не допёр, что за прошивку? Я просто, наверное, глупый и не знаю, что это еще такое, да? Я знаю, прошивка бывает у айфонов. Я знаю, прошивка бывает у андроидов. Прошивает. Ну, короче, вы поняли, что я имею в виду. Вот, прошить айфон, телефон, андроид. Но прошивка чего еще бывает? Машина, может быть? Не знаю. Я на бум сказал. Да, я люблю курить траву, допинг. Я люблю свою малышку, сука. Да заткнись ты уже со своим допингом, тупой. Простите. Да он прикалывается, он накуренный сидел и зачитывал. Да я не верю, чтобы... Да зачем ты опять про свою вот эту вот... Ребят,
Курить плохо, во-первых. Во-вторых, никогда. Это губит здоровье, люди умирают и так далее. Вот увидите, через несколько лет и Young Trap не будет уже. Шучу. Сплю, но лучше. Навожу свою машину на марку и бобритую вагину. Дырка, делаю лавай на сумках. Да ну нет, ну что это такое, ребят? Я люблю свою страну, я люблю свою прошивку, я люблю... Ага, я люблю свою малышку. Я вожу свою машину, ага, вагину... делаю лаве на сумках. Это вырежем. Че? Кого вырежем? Сумки? Вырежем. Гуччи сумка с белым цветом. Зеленые сумки стиля. 8 миля. Ребят, ну... Ну вот сейчас вроде сейчас что-то пойдет. Сейчас, мне кажется, вайб какой-то нормальный. Ну то есть, флоу. А то до этого хрень какая-то была. Делаю лаве на сумках. Гуччи сумка с белым цветом. Зеленые сумки стиля 8 миля. Ну это я понял. Новая долина, нахуй копов. Фак, живем как рок-звезды. Рокнут суки, мокрут ноздри, у нас... Да блин, ну вот Young Trap, ну вот только начал нормально делать. Вот только пошел флоу, и тут же ты его испортил. Ну вот за что мне это? Я просто думал, что вроде сейчас что-то крутое будет, честно мне показалось. А оказывается, я ошибался. Ну ладно, че, с кем не бывает, окей. Все серьезно, сутки летят за секунды. Год как под наркозом. Young Trap, монстр, как босс, всех босс. Young... Ну это смешно, это смешно. Это очень смешно. Это забавно. Короче, пацаны вообще им насрать. Бабки гребут лопаты, реально. Трава, ты же можешь мощнее. Где настоящий потенциал? Чувак, я тебе говорю, накуренный это все зачитывал. Че здесь? О боже мой. О боже мой, ладно. YMB, Ребра де Сантана, RIP. Твоя сука хочет подарить мне ночь любви. Young Trap. Ох, господи, она хочет подарить ему ночь любви. О-о-о! Как это мило. Так, новая долина, нафиг копов, живем как рок-звезды. Мокнут ноздри. И вот если мне под этим роликом будут писать, что здесь много пауз, и мы хотим послушать трек. Ребята, мне кажется, вы должны быть благодарны мне, что я паузу ставлю и выговариваю свое мнение. Вот. Охуенно. Охуенно. Это дерьмо, чувак. Это дерьмо. Они сами себя ржут просто, понимаете? Почему это так смешно? Короче, ладно, приколдесно, приколдесно. Параша, но смешная параша. Я бы это так... Как охарактеризовать еще этот трек? Только такими словами. Ну вот это качает, у Моргенштерна качает. Хоть он и использует здесь только два слова, это буквально бич, ну и все, короче, и спустил бич, спустил фэмили, бич, спустил фэмили. Вот, одно и то же абсолютно, то есть ничего нового, ничего сверхъестественного. Все, что Моргенштерн может выдать на данный момент в треке, это бич на мне и фэмили, больше ничего. Знаете, даже как-то на самом деле обидно. Ну блин, ну что-нибудь новенькое бы придумал, ну Моргенштерн. Прям как-то реально, мне даже грустно от этого. Ну реально, чувак, давай что-нибудь новенькое, можно же, да. Ребята, пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете, потому что у меня сейчас в голове вообще какой-то казус. Моргенштерн уже перешел ту стадию, с которой надо... Ой, я даже не знаю, что добавить. Нет, реально, человек перешел ту стадию, когда, знаете, раньше он делал с душой, потом он понял, что можно забить на это болт и реально бабки гребсти даже так. Ну, типа, ну, логично же, ребят, ну чё, ну как у нас в мире обычно происходит? Вот он забил болт просто и думает, ну, так буду гребсти деньги. Ну, вот реально же гребет лопатой, вот. А сейчас он подумал, а может вообще пох? Ну, типа, реально насрать. Людям зайдет. Ну, заходит, оказывается, как-то. Ну, прикольно, так же и гребет. Мне кажется, в теории слушать дальше как бы вот-вот-вот, ну нет смысла, все одно и то же будет, и ничего нового я в этом треке просто в теории не услышу. Сказать, что я удивился,
Нет. Сказать, что я не удивился, ничего не сказать. Вот. Поэтому ничего нового, ничего удивительного. И все-таки с Альфа-банком было покруче, мне кажется. Это хуже, чем с Альфа-банком. Однозначно. Да. Все, забили. Короче, я могу сказать только одну. Давай это, подписывайся на нас. Включай уведомления. И жди новую реакцию. Ежедневная реакция. В 19:00 по Москве стрим сегодня. Угу. Поэтому спасибо тебе огромное за просмотр. Правда, спасибо большое. Жду тебя на стриме сегодня в 19:00 по Москве. И всем пока. До свидания. А, Б тоже витамины. Все, теперь точно всем пока.